Носите свой ПК с собой. На Kickstarter завершился сбор средств на выпуск мини-компьютера Tango. Разработчикам удалось собрать $126 000 при необходимых 100 тысячах. По размерам Tango немногим больше обычного смартфона. Зато внутри этой крохи уместился 4-ядерный процессор от AMD и графический ускоритель Radeon HD 8400. Также Tango может быть оснащен 8 гигабайтами оперативной памяти DDR3 и SSD-накопителем. В комплекте с мини-компьютером идет специальная док-станция с USB и HDMI портами, а также адаптером Wi-Fi. Мини-PC может работать под управлением Windows либо Linux и обладает функционалом полноценного компьютера. Стоимость новинки $350.